Мы можем сказать, еврейская автономная область, она расположена в составе Дальневосточного федерального округа, занимает небольшую территорию, одна из самых маленьких областей, ну и по численности населения, в общем-то, также. Продолжительность жизни, к сожалению, тоже у нее небольшая, по сравнению с Российской Федерацией и Хабаровском краем, но ну, тем не менее. Тем не менее, онкологический диспансер на территории области был открыт в 1994 году. Онкологическая специализированная помощь, онкологическая, осуществляется с 2014 года. Мы оказываем весь вид специализированной медицинской помощи нашей категории пациентов. В принципе, что остается достаточно высокой заболеваемостью у нас по еврейской автономности, это предстательная железа, мочевой пузырь был в какой-то степени. Эти цифры связаны тем, что процент запущенности у нас достаточно высокий, что первичное звено практически у нас отсутствует на территории области. К сожалению, хочется отметить, и тут немножко следующие цифры прокомментировать, что на территории области первичное звено у нас практически нет приема уролога амбулаторно. Стационар областной больницы осуществляет помощь только в экстренном режиме. Ну и по районам области ситуация такая же немножко удручающая. То есть здесь диспансер, он и возложил на себя какие-то, в какой-то степени обязанности по выявлению, то есть взял на себя нагрузку общего звена первичного. Ну, в стационаре мы выполняем также диагностику предстательной железы, это была биопсия простаты, то, что выполнено у нас на территории отделения. Но тем не менее, это не верно, потому что на этом заканчивается выявляемость выявляемость рака простаты. К нам приезжают, и здесь с учетом территориальности ряд пациентов уходит на Хабаровский онкодиспансер в силу расстояния ближе к Хабаровску, и часть населения еврейской области она проходит обследование в онкодиспансере, в онкоцентре Хабаровска. Ну, по распределению пациентов по стадиям, в общем-то, достаточно высоко заболевает у нас, ну, уже люди пенсионного возраста, ну и запущенность тоже цена в какой-то степени с отсутствием диспансеризации, или, будем говорить, проводимой диспансеризации чисто формально. Вот, но тем не менее мы выполняем весь объем хирургической помощи онкологическим нашим пациентам, как открытые, так и закрытые операции. Вот мы здесь перейдены на этом слайде то, что делаем мы хирургической на территории отделения. Хирургические операции, они не включают наши урологические, то есть отдельно по журналам. Хочется опять отметить, что также у нас в стационаре небольшой дефицит кадров. На сегодняшний день вся урологическая помощь онкологическим пациентам оказывается одним доктором амбулаторно и в стационаре. Ну и плюс идет нагрузка еще, так сказать, с общей больничной сети, направляют сюда также пациентов к нам на диагностику и на обследование. Это выявленные пациенты у нас, достаточно высок процент выявляемости и запущенности с раком предстательной железы. Так кратенько обозначили, что мы есть на территории Хабаровского края, что мы работаем, и, в общем-то, достаточно неплохо. Спасибо.